вторая. Вот, переночевав у моих родственников. Да еще и сегодня будем ночевать, и, наверное, даже завтра. В общем, мы какое-то время посидим в Севастополе. Мы выдвинулись в сторону Бахчисарая, чтобы смотреть Чифут-Кале и другие пещерные города. Также посетим обсерваторию. Ну, естественно, Бахчисарайский дворец. Как же без него. Вот, со знаменитым Бахчисарайским фонтаном, блин. Смешающим всех прибывшим с северных регионов. Вот. В общем, обязательно побываем там. Все это заснимем и посмотрим. Вот, мы пытаемся пробраться к Бакле. Это пещерный город. Вот, пытаемся пробраться по каким-то странным тропинкам. Маленьким, тоненьким, узеньким. В общем, лесным дорогам мимо карьера. Глядишь, нам повезет. Мы проберемся к самой Бакле. Указатель был в другое место на трассе. Так что есть шанс, что мы никуда и не приедем. Вот. Ну, просто не хочется, во-первых, платить за вход. Потому что подозреваю, что там наверняка это будет. А во-вторых, соответственно, там наверняка трехэтажками ножками будет значительно больше. Эта дорога приводит практически к самой Бакле. Вот. Ехать нам придется ножками меньше. Так что будем пытаться. Ну, какие красоты тут. Скалы такие, да? Я думаю, что в них Бакла и вырублена это. Мы объехали карьер или цементный завод, или даже не знаем чего. Вот по проселочной дороге вылеканы на хорошую проселочную дорогу. Весьма неплохого качества, как ни странно. И это именно та, которая ведет нас в Баклу. А я уже отсюда вижу Баклу. Вот она. Вот она и Бакла. Да, тут надо будет подняться в гору, но не надо будет платить за вход. Очевидно, и подъехать явно можно ближе. Подняться-то как туда. Ну хотя поднимемся, наверное. Да, вон они, собственно говоря, склоны Бакла. Держитесь левее, затем через 100 метров второй поворот налево. Вот они, вот он пещерный город Бакла, на который мы сейчас, видимо, будем подниматься ножками. Бакла. Вот она, просто рядышком тут у нас она находится. И это радует. Если поехать через лесок, то получается весьма неплохо. Такие вот скалы выветривания тут красивые. И вот такие вот возвышения. Вот, скорее всего, вот это вот и есть пещерный город. Вон там какие-то проходы. И вот мы видим все-таки проезд. Он есть. Он более-менее нормальный. Нам хватит, чтобы подняться вон. Явно это пещерные города, останки городищ. Так что куда-то мы все-таки подъедем в Бакле. Гуляем дальше уже ножками. Главное, что в гору мы все-таки, по-моему, можем заехать. Что не может не радовать. Вот. Мы подъехали в пещерный город Бакла. Подъехали мы с другой стороны. Вот, не со стороны этого самого туристического центра, а с противоположной. Подъехать можно почти в упор. Это радует. Это просто офигенно на самом деле. Потому что нам не придется по доброй крымской традиции тащиться 1.5-2 километра в гору, чтобы что-то осмотреть. Вот. Тут придется всего, не знаю, 100 метров идти, 200. Мы уже на горе. Так что вот, идем осматривать эти пещерные достопримечательности. Этот большой пещерный город. Но город огромный. Конечно, весь мы его не осмотрим. Он уходит туда на многие, на километр с лишним, это точно. Подозреваю, что и туда. Потому мы сможем только небольшую часть этого города посетить. Однако этой небольшой части, я думаю, будет достаточно. Красиво, и открывается. Красиво. Это что, барашки? Да вообще, что это? А что это там? Овцы? Рядом он с тем камнем с правой стороны. Похоже, овца. Такой вот он вид. И тут попа овечек. Вот, собственно, мы и подошли к первым первобытным жилищам. Как считается, вырублено в скале. Часть из них природное образование, а часть не очень. Ракушки. То есть это тоже было дно моря. Отсюда видно окаменелые ракушки.
такая вот хатка. Какие-то дырки абсолютно круглые. Может, входы в жилище. Или сделал бы здесь было хранилище чего-нибудь там. Прикольно. Выглядит все это. Вон наша машина внизу. Тропинка обходит все эти живописные скалы. Красивые скалы. Ого, какая красота. Да. Великолепно. Ничего себе, так изрезанные. Такие изрезанные поверхности. Песчаник. Скалы прям пористые. Интересно, что за люди здесь жили. Удивительно. Явно. Инопланетяне. Красота. Да и только. Большой пещерный город. Это вот все туда. До конца он еще туда на километр с лишним. Да, там тоже есть ходы. В Лунецку. 69-й год. О, ящерки бегают. Ну, здесь точно жили пришельцы. Это вот соты, в которых они откладывали яйца. О! Здесь сохранились, не знаю, следы кроватей. Или что тут было? Гробы. Бассейн для воды. Ну вот здесь жили, в общем, первобытные люди. Даже вон выемка под что-то. Подразумевается, наверное, что под светильник. Под какой-то. Скорее всего, под лампу. С маслом горящую. Что-то типа того. Ну тут прохладно и хорошо. Предлагаю сделать паузу, скушать твикс. А где твикс-то? В рюкзаке водичка. Это будет нашим твиксом. Их же две палочки. Сладкие парочки. Будем кушать. Ну вот, побывав в комнатах, идем дальше. О, смотрите, вот это холодильники, то, что нам показывали. Видите, древние? Половина. Вот это вот вазы такие, да? Это как бы холодильники. Они сверху заваливали их камнем, да, и, соответственно, хранили здесь продукты. Вот это вот точно, оно очень похоже, по крайней мере, на это. О, какие тут. Тоже. Жилище. Я хочу наверх вылезти. На плато. Он огромный, этот город. Он с две стороны идет. Смотрите, сколько тут, да, этих вот ваз для хранения жратвы. Еще какая-то комнатенька. Да и здесь комнатушка. Непонятные. О, какие тут ходы, проходы, переходы. Пробую протиснуться. Лаз. Что там за комнатки такие в этом пещерном городе? О, как. Хыть. И комнатка. Я не знаю, это вот для воды. Для скота, что это?
Потом, может быть, нас просветят. Да, вот тоже жилище побольше. Неизменная поилка, лежанка. Не знаю, что-то такое непонятное. Красота. Вот он. Ой, только ящерки, пробегающие мимо. И только ящерки, пробегающие мимо, теперь напоминают о жизни в этом городе. Красиво. Прикольно. Такие штуки. А тут прям Петра. То бишь Петра. Вот примерно то же самое. Порода другая, конечно, все другое. Черные закопченные потолки, потому что здесь явно что-то полили. А тут даже циновка. Очевидно, используются эти комплексы для нынешних каких-то мероприятий. Какие-то дырки круглые. В общем, интересненько. Интересненько. О, а здесь двухкомнатная квартира. Да, двухкомнатная квартира. С непонятными лежаками или поилками. В общем. Но главное, есть стенка. Здесь, наверное, могла жить большая семья. Красотища. Да и только. Какие-то маленькие дырочки, выемки. Интересно. Да, большое. Большое строение, непонятное. Двухкомнатная хата. Уже понял, да? Две комнаты. Двухкомнатная квартира. О, тут что-то обвалившееся. Красота. Да, отсюда террористам удобно сбивать самолеты. Недалеко же Симферополь. Так что они тут летают часто. Самолеты. Вот такие вот обвалившиеся тут комнаты. Забавно. Ящерки шустрят. Ой, ядерки. Может, это для света были сделаны. И не обвалилось вовсе. На вид открывается красивый. О, какие дырки. Интересные дырки. А, так это те самые колодцы для хранения хавки. Вот это они и есть. Их тут много. Здесь они хранили хавку. Хавчик. Или воду. Ну, скорее хавку. О, какая красота. Да. Ух ты. Где-то там, за горизонтом. Не смешно. Ну, тут тоже была хата, но она обвалилась. Теперь растут деревья. И вон какие обвальные камни лежат внизу. Интересно, вот там что-то есть? Если есть, то оно так заросло колючкой, что лезть, наверное, не сильно хочется. А тут типа ступенек что-то вырублено. Интересно. Да. Забавно и красиво. Какой вид.
Древние люди умели выбирать хаты с правильным видом. Из окон и дверей. Да, колючек здесь хватает, по-любому. Аккуратнее, не провалитесь в кувшину для еды. Сами не станете едой. О, дырки. Ходите аккуратно, если не хотите стать едой. В первобытном холодильнике. Да, вот в этих чанах типа так холодно, что еда сохраняется достаточно долго. Вроде как 5-7 градусов. В общем, почти холодильник современный. Если закрыть крышки, конечно. Причем еще крышка с бороздкой такой, интересно. Прям как петля какая-то шла. Интересно. Интересно. Строение. Оп. Какие дырки забавные. Ящерки бегущие везде. Дырки в земле. Лепота. Так. Ай. Какое тут все колючее. Да, но судя по численности этих хреновин, здесь жило до хрена народу просто. Это действительно был город. Потому что 50 бочонков это таких. Это, грубо говоря, 50 человек. Короче, здесь могло жить до хрена людей. Их действительно до хрена. Вот такие вот. Интересное растение на кустарниках. Тут паразит растущий на кустарнике. Что тут у вас? Вода, бассейн. Бассейн? У какие дырки, блин, нифига себе. Посмотри, как там это. Спуск вниз? И я, Миш, через дырку сфотографировала ящерицу. Круто. Да, ух, бассейн, да, тут у вас что-то прикольное. О. Фига себе, а там, наверное, стоял образ какого-то древнего бога. Или та же самая лампа, тупо. Забавно, как спуститься вниз? Да, о, ничего себе. Были такие жилища, вырубленные прямо таких. Ничего себе, какие камни, прикольные. Просто вырубленные в скале. Не на краю. Да, что, хорошо, прохладно. Да, тут прямо руины какой-то древней цивилизации. Опять-таки вспоминается Обвильян. Вот где-то здесь, в таких местах, обитают монстры. Вот, и обязательно будут сундучки с хабаром, складами и всем таким. В общем, со золотишком. Здесь надо искать клады. Заброшенная цивилизация какая-то здесь была. Конечно. Древние какие. Как обведено, да, точками. Интересно. Для красоты подчеркнуто. Ну, в общем, да, либо божок какой-то стоял, либо это был даже храм. Хотя маловероятно, маленький больно. Для такого большого города. Скорее просто вот, условно говоря, икона. Красиво. Большой подъем. И да, вот мы вышли из этого удивительного храма. Идем чуть дальше. О, смотрите, там тоже города, вон они. Постройки какие-то большие. Наверное, тоже туда прогуляемся. Бакла. Огромно, просто огромно.
О, какой тут, да? Спуск. Вид. Обалдеть, конечно, красота какая. Панорама. Красивейшая. Правильно, раньше жили древние цивилизации. Виды были красивые. Интересно, где у них считалось более пальцатым жить? На краю с видом? Или вот тут просто в земле? Или чем выше, тем пальцатее? Да. Точно. Это просто подземный переход старый. Да, тут была, видимо, дорога. Вот. И решили, чтобы переходить быстрее, сделать подземный переход. Красота. Ой, елки зеленые. Где это мы вышли? Ой, красота. Наша машина где-то там. Вот какие плиты. Каменные, огромные. Странными дырками. Непонятно для чего сделанными. О, тоже вход в жилье. Что-то лезть туда не хочется. Но вход есть. Красота. Красота. Не, город огромен. Вот до той палки это все точно город. Может и дальше. Ух ты, аккуратно. Краю близко не подходить. Отвесная скала. Да, работать тут археологом еще, конечно, не початый край. Красиво. Вот и наша машина. Прогулявшись у подножья города, мы поднялись на следующий ярус и вот пошли к нему. Сейчас пойдем туда дальше, в центр всего этого дела. Да, какие каменные выступы. Красота. Да, отрицательно скале стою. Даже стрёмно, а вдруг как обвалится вниз. Да, вот туда еще тоже уходят большие пространства. Города. Жилище, пещерное. Это все вот испещрено людьми, ходами. Что-то тут было, где я иду. Тоже вырубленное такое непонятное. Что-то сигнализация все срабатывает и срабатывает. Мне нравится ей температура. Пытается привлечь внимание окаянное. О, какая красота. Да, вот он проход. А там водички гуляют. Да, вон они скачут. Они реально горные, эти овечки. Горные. Это горные козлы. Ну. Вкусные барашки. Ну, в общем, я вижу, что здесь есть проход, да? Вот тропинка, идущая сюда, да. Она как раз поднимает нас.
на это ущелье, что не может не радовать. Красота какая. Юра сидит на потолке древнего жилища. О, а это пещера трехглазка. Нет, это пятиглазка, шестиглазка. Да, это пещера шестиглазка, я понял. Да, ну смотри, тут большой такой дом-то был, да? Тут хата-то здоровая была, огроменная. Вот надо в нее зайти посмотреть. А это, скорее всего, световые окошки или даже не знаю, что это. Скорее всего, они действительно. Интересно, когда шел дождь, прикрывали или как вообще? Они от дождя-то спасались. Или тут так редко было с влагой, что не надо было прикрывать вот эти вот окошки для света. Да, овечки, конечно, по-прежнему гуляют на самом Санцепёке. Очень красивый город. Мне нравится. Ну, давай посмотрим его, что тут за жилище такое мега. Жилище, да, вот он, спуск к нашей машине, это радует. Он здесь есть, так что можно гулять дальше. Бегом мы идем обратно. Куда-нибудь туда погулять. И туда. Да, тут такая прям тропинка натоптанная, огромная. Очевидно, тут самое интересное. Полина и Рустам тут были в 2014 году. Да, конечно, вот эти надписи в старинных городах немного вымораживают. Какая красота. Вот тоже место для иконы или для света. Что-то такое здесь было. Даже не одно. Таких три, но это однозначно для света. Чтобы здесь было посветлее. Красота. Ступеньки вырубленные, чтобы подниматься с этажа, так сказать, на этаж. Обалдеть. Вот ведь люди как жили. Это трехкомнатная квартира или больше. Здесь жил зажиточный олигарх. О! Это какая-то каменистая глыба, которая закупорила свет. Вот такие вот места для свечек. По-разному украшены у всех. В общем, прикольный городок. Весьма. Аба! Аба! А это что такое? Непонятно. То ли место для хранения жратвы в голове прямо, то ли опять световые колодцы. Были странные формы. Почему кувшины? Почему они как кувшины? Непонятно. Кувшинообразные. О, какая красота. Да, какие тут камни проходы. Да, а вот здесь мы уже и ходили, собственно говоря. Ну как тебе древнее пещерное жилище? У нас Юрий бизнес. Сдам хату посуточно. Точно, точно. Отличный бизнес. Ну, здесь первые крымчане сдавали хаты посуточно. А ты на машине будешь это подводить под там, клиентов с Юрой. Ага, я понял. Отлично. Что, все удобства. Кондиционирование. Здесь реально прохладно, да? Да. Да, полочки для ваших вещей. Кровати нету, но ничего. Вы можете постелиться на пол. Душ. Душа тоже нет. Ну, если пойдет дождь, то будет и душ. Да. Дырки предусмотрены, да, для принятия душа. А это что? Что это? Это вход. Куда? Куда? Домик. Такой? Ужас какой. Ну давай съездим. Даже прикольно посмотреть, кто что-то сделал. Что за дизайн первобытного архитектора и чья гениальная мысль разродилась такой лестницей странной.
Да, ух, какая интересная. Точно, это, наверное, экстренный подход. Вот здесь был основной вход, да? Тут вот еще одна хата была, но она обвалилась в этой двухкомнатной квартире. А это был, видимо, подземный ход, чтобы быстренько свалить, если на тебя напали враги. Хотя не факт. И вот такие отвесные скалы со странными выдолбленными уступами. Добавно. Мы нашли странное покрытое полиэтиленом. Сено, что ли, действительно. Да, действительно, сено. Кормить овечек. Почему в древних развалинах местные жители по-прежнему добывают сено. Ну, в общем, идем вот к той крепости. Посмотрим, что будет там. Ну, вот это однозначно продукт современной индустрии. Это вот поилки для скота. Я практически уверен, сделаны уже из современного бетона. То есть, очевидно, на месте древнего города нашим не пришло в голову ничего лучше, как сделать какой-нибудь совхоз и выращивать скот. Интересные входы. Многоквартирный дом, в общем. Так. Опа. Ну точно, уже ступеньки сохранились, чтобы входить было получше. Неизменная ниша для свечек. И лампад. Вот как-то так. Хе-хе. Следующее жилище слегка затоплено. Чутка так. Возможно, это были бассейны для воды. С самого начала, кто же скажет-то теперь. Может, были дома. Да, прикольно. Какие? Ага. Да. Это еще одно непонятное углубление. Прикольно. Неизвестные ягодки. Рябина черная. Я опознал. То есть этот пещерный город до сих пор является, внимание, охотхозяйство Бахчисарайское. Это охотничьи угодья. Особо охраняемые культурные объекты. Охотятся тут можно. Вот так. Ну вот, мы идем по территории охотхозяйства Бахчисарайского смотреть пещерные города. Вот какой отсюда открывается вид на нашу машину и остатки пещерного города большущего Бахлы. Ну а теперь мы движем путь к бурашкам горным. А вот и барашки. Спрятались тенькие. Барашки умные, не то что люди. Не скачут по солнышку. Ух ты! Это что за птица такая? Полетела. Видели птицу? Полетела. То ли сокол, то ли не сокол, я не знаю. Кто-то хищный и гордый. Да, виды, конечно, просто очень красивые. Офигенно красивые виды. Наша машина, стоящая внизу. И Наташа. С барашками.
Александра Ерошник. Чуть-чуть свежим. И странно. Ой, не подходи, да. Вот так вот, а мы не барашка. Не бояться. Чтобы я и барашки пили. Давай. Тут пещерный город. Идущий дальше. Пушистые, это барашки. Видишь, у них какие рога. Они если что разбегутся, тебя ими боданут. Такие вот тут. Давай с тобой на фоне барашек. Давай. Ну вот каких-то туристов сюда ведут. Видимо, смотреть эти же пещерные города. Ну вот, мы опять пришли на обрыв. Продолжение этих странных пещерных домиков. Вот они какие заброшенные тут стоят. Какие ниши удивительные. Забавно. А это что за спуск вниз? О, смотрите-ка, спуск в жилище. Очередные ящерки убегающие. О, какая красота. Ух ты. Тут даже палят костры. Видимо, собираются местные панки. Угу. Прикольно. Геологи. Геологи не оставляют автографов на стенах. Уже по таких геологов надо. Да, интересно. Красивый вид на город. Интересно, обрушили скала. О как. Типа полкомнаты стала открытой. Комнаты в разрезе. Блин, как муравейник. За стеклом. Забавно. Там что такое интересное? Да, красивые тут проходы тоже. Комнатульки, комнатушки, комнатенки. Ух ты, смотри, здесь такая дырочка, там дальше жилище. Ну как они жили, да, окошко видать. Ух ты, ящерки бегают. Тут тоже было жилище, но теперь оно превратилось не в жилище. Забавно. В общем, значит, бахло это действительно все вот это и больше ничего. Вот такой вид. Открывается на бахло. Опа. Опа. Аккуратненько тут надо ходить. О, здесь есть ступеньки вниз. Может быть, даже можно спуститься. О, а это, видимо, не знаю, ласточки. Тропинка идущая.
между ярусами. По верхнему мы уже прошли, никого там нет. Идем по этому, непонятно куда. Вот извивающаяся бакла. Вот эти жилища. Удивительные. А вот наша машина. И вот она бакла. Красота, да и только. Вот этот камень. Такие виды. Здесь открываются на нее. Ну, в общем, бакла не очень большая. Обойти ее за, там, не знаю, 3 часа. Вообще, по-моему, можно всю. Хотя мы гуляем сильно меньше. Ну, вот тут уже, вроде бы, они кончаются, эти города. Я не вижу уже никаких таких уступов вниз. Ой. Ведущих. Высоко. Да. Ну, вот если есть тут какие-то намеки на жилище, то это вот это. Хотя это не сильно похоже. По-моему, мы ее уже все прошли. Ну вот, на самом деле, тоже что-то рукотворное, конечно, было. То есть здесь нет, внизу они были, эти комнатки. И непонятно, что от них осталось уже. Многое обвалилось вниз. А вот какой-то крест на горе. Непонятно, в честь кого и зачем. Ясно. Здесь было кладбище готов. Красивый вид открывается отсюда. Ну, видимо, тут копали. Археологи, копатели. Все повыкапывали. О, входы. Кости какие-то, щиты непонятно чьи. Какие-то жилища потаенные. В общем, все-таки здесь еще город продолжался. Офигеть. Высота, красота. Вот самая дальняя точка этого города, я думаю, до которой мы я дойду. Пошел немножко. Дальше не хочется идти. Это не по смыслу получается. Ради интереса сунем нож, что ли, сюда, в эту дырку. Что это такое-то? О, какое маленькое жилище. Оно, видимо, замыто песком. Но, тем не менее, здесь есть проход. Вот такая вот комнатушка маленькая здесь находится. Забавно. Со светом. Красота. Вот такие утесы. Виды на них открывающиеся сверху. Ну, дальше уже не пойдем. О, непонятные хищные птицы, летающие здесь, или ласточки. Нет, ну это что-то хищное. Это однозначно кто-то хищный какой-то. Поднимающиеся на восходящих потоках воздуха вверх. Красота. Красавчик. Реально красавчик. Опа. Опа, прилетел. Вот камерные разработки. Идущие рядом. Красота. Вот, ну, виды, конечно, обалденные вообще отсюда открываются. Горы. Горы, горы, горы. Вот они, горы. Горы Крыма. Очень красивое место. Баснословно красивое. Ладно, выдвигаюсь обратно, погулять по низу. Кладбище православных готов. Стало быть. Какая-то тропинка, ведущая наверх тут. Может подняться. Ради интереса посмотреть, что там. Поднимаюсь таки по этой тропиночке. Какие-то дырки непонятные. Вот крест, кладбище православных будет. Здесь
10-й, 13 век. И вот какая красота. Эта тропинка просто подъем на смотровую площадку на этом камне. Красивый вид. Интересно, это какие-то железные хрени втыкали в камень, и они так проржавели. Или это какие-то природные образования, такие ржавые подтеки. В общем, в этой горе, похоже, в любом случае содержится металл. Так что это, конечно, очень похоже на ржавчину. Ну, в общем, вот на этой части, я думаю, что буду прощаться с этой точкой Бакли. Красиво смотрятся двухъярусные квартиры, двухэтажные прям такие. Непонятные какие-то ягоды опять. Вот. Возможно, волчьи, только синие, только синего цвета. Mm-hmm. Непонятные насверленные дырки. Непонятного назначения в скалах. Странные. Ладно, спустимся по центру. Ниши. А вот еще раз эта дырка, которая типа запасной ход, чтобы драпать. Ну да, по ней идем. Ну да, спускаемся вниз. Я по этой спущусь. А? Да все равно. Красота. Эти ваша тропинка все равно сюда привела бы. Так. О, вот это листы. И самое красивое, намного красивее, чем это самое, чем здесь. Понятно. Топикермен. Ну, сейчас мы собирались туда. Это... В Топикермен и, соответственно, Чупу-Чупкале собираемся посетить. Ну, Чупу-Кале, да. А вот Топикермен, конечно, намного лучше. Но туда надо будет подъезжать со стороны, заехать за, ну, это вы спросите, за Бахчисарай и в районе Машина или Баштановка есть село, там озеро красивое покупаться. Ага. И на него подняться на машине, но вы, наверное, даже не подниметесь, там много потом подниматься пришлось пешком. Но там очень красиво. Понятно. А еще что посоветуете? Если пещерные города, значит сейчас. Вот это Бакла или Бакла, ну Бакла. Бакла, Топикермен, Чукоткале. И Иски-Кармен. Иски-Кармен называется Старая крепость. Это надо ехать в сторону Севастополя, потом повернуть в сторону Соколиного, где Танковая, и в районе Холмовка Иски-Кармен. Там вообще красивый город был, пещерный город. Там это самый осадный колодец есть. И Мангуб. Угу. Ну, на Мангубе очень красиво. Там можно и на машине подняться, можно пешком. Там вообще... Высота около 500 метров, и два мощных источника никогда не исчезают. Хоть жара, хоть что, два красивых источника. Там Караимское кладбище, там
эти старые князя Феодора было государство такое, очень красивое. Так что вот туда вот, в эти пещерные города можете, если нравится. Спасибо. Попробуем обязательно прокатиться, посмотреть все это дело. Конечно, нравится. Конечно, ты по Кармен и Иский Кармен посмотреть. Ну, Чуфут-Кале там экскурсии, там это самое, конечно, благоустроено. Все это хорошо сделано, можно. А вот такие... А вот самые сложные подъезды куда? Вот сюда получаются, да? И ну, на... здесь не сложно, здесь вот дорога есть. Угу. Самое более-менее сложное на Тепе-Кармен. Тепе-Кармен. Да, угу. На Тепе-Кармен. На Иский Кармен подъезжаете, там есть даже, можно и остановиться, где переночевать, красивое место. И да, эта машина прямо под ножи. На Иский Кармен. А на Мангупе тоже, там озеро. Там поднимаются, но джипы, я не знаю, на свои вы подниметесь. Там джипы на лошадях, на этих, на осликах катаются, и красиво. А это Мангуп, значит, если поедете в Ялта, Бахчисарай, или Бахчисарай-Ялта трасса, угу. Едете по Бельбежской долине, и в правую сторону идет Красный Мак. Вот по Красному Маку и на Мангуп. Угу. Недалеко, там красиво, прямо на трассе Мангуп. Ясно. Поняли. Спасибо Князь большое. Князь Феодора красивый там. Поглядим. Кальон. Качий кальон? Качий кальон, да. Качий кальон. А что это? Корабль на каче переводится. Он похож как корабль. И там остался выбитый. Ну, в принципе, говорят, что он естественно сделан, но вообще-то не похож. Там крест, католический крест здоровый на скале. Если со стороны Бахчисарая ехать, прямая скала такая и красивый крест стоит, выбитый на скале. Качий кальон. Тоже там есть источник Святой Анастасии. Но это до Баштановки доехать. Озеро там. Там турстоянка, можно палаточку поставить. Турстояночка, можно даже и переночевать. И сделать радиальный выход. Они рядом. Качий кальон и Тепе-Кармен. Как раз рядышком они. Спасибо. Да, вот хочу туда сходить сегодня ночью. Вот это а вот там обсерватория. Внизу можно и найти местечко, палатку поставить. А можно и возвратить. О, какие тут вот проходы. Добрый дяденька. Турист нам все рассказал. Вот, все показал, можно сказать, в подробностях. Теперь мы пойдем дальше. Посмотреть здесь достопримечательности. Да, вот эти вымоены. Тоже, видимо, комнаты типа. Вот это явно комната была. Прикольно. Оп, 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 оп. Господи, как же тут не просто ходить-то. Тайные комнаты. О, красота какая. О, какие проходы. Да, внизу тут домики, домики. Рисунки.
Вообще, конечно, да, интересно. Вырубленный город. В скале. Вот сколько их тут. Всяких разных. Комнатушечек. Нынче тут даже живут люди. И по нынешний день. Забавно. О, какие тут интересные выбитые проходы каменные. О, какие комнатушки. Можно залезть туда? Не знаю, нужно ли. Нафиг, не хочу. Вот такая, в общем, красота. Вот машинка. Вот такой вот он. Город снизу. Идем туда. Красота. Лепота. О, какие бабочки летают. Выдвигаемся в тепи Керме, оно вот там. Прощаемся с пещерным городом. Такие виды нас провожают. Вот на той скале я видел крест как раз таки. Вот на этой деревцами. Вот. Но тут не видно никаких как бы пунктов таких, где жили люди. Я уже не уходил.